А вот в Дагестане морозная погода только на руку альпинистам. Этой зимой они осваивают новый, необычный для этих мест вид спорта – ледолазание на замерзших водопадах. Впервые в республике проходят соревнования, на которые съехались десятки спортсменов. И хотя многие из них скалолазы со стажем, восхождение по ледяной горе оказалось сложным испытанием. Несколько дней команды тренировали опытные инструкторы, а само состязание проходит в два этапа. Оценивают не только скорость подъема по гигантской сосульке, но и технику альпинистов. В будущем такие турниры планируют сделать регулярными и даже пригласить участников из других стран.